В Чебоксарах в ближайшее время планируется переиздать учебник по курсу «Мой город». Когда юные чебоксарцы смогут изучать историю родного города по обновленному пособию? Далее в сюжете. Урок «Мой город» ввели в школьную программу Чебоксарской школы еще в 1999 году. Учебник, который был издан в начале века, уже морально устарел. Поэтому в столичном управлении образования приняли решение обновить издание. С новым учебником школьники отправятся в путешествие на машине времени. На машине времени вглубь веков – это к моменту основания Чебоксар. И здесь мы в доступной, очень элементарной форме рассказываем детям, ну, пытаемся даже рассказать, а какие теории существуют по происхождению Чебоксар, а к какому времени это относится, а как выглядели Чебоксары в 15-16 веке. Путешествие по дороге к храму. Кстати, в старых изданиях у нас эта тема так и называлась. Ну, мы сейчас подумали, что это уже стало историей, и называть тему так и стали. Сейчас макетом пособия знакомятся эксперты, педагоги. Преподавание курса в столичных школах по новому учебному пособию начнется с нового учебного года во всех общеобразовательных учреждениях. Евгений Романов, Галина Титарчук, Республика.